Всем привет, меня зовут Сергей, и вы смотрите «Охоту на зайца-русака». У нас осталось 3 дня до закрытия охотничьего сезона. Прошлые 2 недели мы выезжали на охоту, но ничего у нас толкового не получалось. 1 неделя стояла очень теплая, 4 дня температура держалась плюс 6, плюс 8. Весь снег на полях растаял. Ручьи, было очень некомфортно ходить, и мы так не смогли ничего найти. В начале этой недели выпал снег, мы поехали, одного зайца подняли, не видели, даже он убежал. Прошли около 20 километров, и уже возвращаясь к машине, уже темнело, я уже и ружье разрядил, камеру выключил, вышел на скидку, успел только зарядить 2 патрона, сделал 2 шага. Заяц вскочил в 100 метрах от машины, но я не стал ни стрелять, ничего, потому что вскочил 70 метров от меня, можно было стрелять, но чтобы не поводить под ранку, потому что уже было поздно, я знал, что мы его уже потом не доберем, не стал стрелять. Сегодня приехали 5 на охоту, полной своей бригадой. Сегодня будем закрывать, наверное, охотничий сезон. Очень хотел увидеть и пострелять по зайцу. Ну, а получится у нас это или нет, смотрите. Ну что, вперед за трофеем. След повел ведь посадку, которая сзади меня расположена. Сергей с Владимиром пошли их обходить. Попробуют их толкнуть на меня. Ну, а я буду ждать тут зайца и пытаться его добыть. Выбежал заяц из посадок, но не побежал вдоль посадок ко мне. Я выскочил на поле и побежал на поле. Ну, будем пока ждать, сидеть. Может быть, захочет на нас он прибежать. Заяц, наверное, где-то закопался, я его, потому что не вижу. Он пробежал, может быть, от посадок метров 200 и пропал. Где-то он, наверное, лежит зарытый. Сейчас переехал на другие посадки. Я стоял вон на том углу посадок. Заяц выскочил где-то вот посередине этих посадок, бежал по полю. Где-то лег посередине этого поля и бежит в эту сторону. Вот куда я сейчас переехал. Будем на этом теперь краю посадок ждать. И скорее всего, тут вот посередине есть, где он через дорогу заходил сюда. С другой стороны разрыв посадок, и вот там он лазил. И скорее всего он туда сейчас и выбежит. Он там стал мой отец Владимир. Ну а на кого он выбежит, это уже не угадать. В его голову заяц не залезть, куда он побежит. Только вот так перекрывать ходы вероятные. Предполагать. И надеяться на чудо, что набежит он именно на тебя. Ну или на везение.
Там два прям под дом ушли. А вот еще прыгают. Еще вот один пошел. Ну, да хрен. Я пока шел сюда, штук 4 назад вернусь, там переходный. Вот и добыли мы очередной трофей. Не получилось у меня вам показать на камеру выстрел. Стрелял мой отец. Выгнали мы его из кустов. Весь день проходили мы, чтобы добыть первого зайца. Время уже сейчас вечер. Но добыли мы трофей. Наша сегодняшняя охота подошла к концу. В конце уже охоты нам удалось добыть одного зайца. У нас остается еще 2 дня до закрытия. Надеюсь, еще успеем поохотиться, успеем пострелять. Всем спасибо за просмотр. Пока!